поляны первоцветов. Здесь и герани, нарциссы виднеются, брунетта, белокопытник. Такие цветы невзыскательные, но очень приятно на них смотреть. Первые цветы из-под снега, когда еще листочки не распустились, когда еще не закрыли своей тенью, спешат распуститься вот эти первоцветы. Особенно благоухают нарциссы. И колокольчики есть. Ой. Альпийская горка на Тиковском огороде. А вот и дуб трехлетний. А это цветущая магнолия. Белого цвета, так как бывают розовые цветы, магнолии и бежевые, желтизной, а это белые. Вот. Магнолия очень любит свет яркий, солнечный и тепло. А здесь ей хорошо. Пруд. В Аптекарском огороде старинный пруд. Он так и называется. Он был выкопан в начале 18 века в самом низком месте Аптекарского огорода. Ну, чтобы собирать весенние дождевые воды для полива. Дно его выстлано несколькими слоями серой глины высокого качества,
специально привезенный из Гжели. По этой технологии с использованием той же глины он реставрирован в 2000 году. Вот. Первоначально он имел форму прямоугольную, а потом его частично засыпали, и он приобрел такие вот неровные очертания, как бы естественные. Вот здесь много водных, прибрежных растений, которые любят воду. Ивы, например. Кувшинки. А в пруду живут караси, карпы, ротаны. Вот и возвращаются к ним каждую весну пара рыжих уток, агарий. Хвойная горка. Разные породы хвойных деревьев. Кипарисовики, можжевельники всевозможные, пихты, сосны разных пород, ели. Всевозможные. Ну какая сосна сказочная. Просто сказочная. А это гигантский можжевельник, которому уже 100 лет. Он занимает всю центральную часть горки. Уникальный. По своему возрасту и по разрастанию. Он занял всю горку. Первые тюльпаны в ботаническом саду. Ой, какие яркие, как огоньки. Там семейка желтых тюльпанов. А теперь я хочу привлечь внимание к старой оранжерее, которая сохранилась только частично. И вот дальше она продолжается под новым стеклянным куполом. Лишь только кирпичная кладка. Вот туда вдали, если посмотреть. Фасад ее сохранился. Главный вход бывший. Вот. История и современность. Остатки старой стены. Кирпичная кладка, еще историческая, бережно сохранена в старой оранжерее. Вот та самая пальма, которая переросла, для которой приподнимали крышу в старой оранжерее. Вот она. Пальмовый оранжерею встречает бассейн с карпами. Такие красные, белые, серебристые карпы, раскормленные. Их мелки, взрослые особи.
оранжереи с водными растениями, кувшинками, лилиями. Редкие растения, редкие названия. Это уникальный пример, как рухнувшая береза, которая от старости упала на землю, вдруг вырос новый ствол, уже самостоятельный. Вот видите, вот в этой точке, где она рухнула, часть ствола проросла, дала жизнь новому дереву. Вот она каждый год зеленеет и радует всех уникальное дерево.